В этом видео вы увидите, что произойдет с пачкой чипсов в микроволновке. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! И с вами Валерий Леонов. И сегодня у нас микроволновые эксперименты. Ну что ж, приступим к эксперименту и посмотрим, что произойдет. И как обычно у нас по традиции, 10 секунд. Ого, вот это попкорн. По-моему, 10 секунд тут даже и не надо. Вот это да. Ну и достаточно было всего несколько секунд, чтобы эта пачка чипсов стала намного меньше, но немного в дырочку. И, кстати, надо отметить, что производители чипсов, если бы они не продавали бы нам воздух, то получается бы пачки чипсов были бы примерно вот такого вот размера. Не, ну одна пачка это хорошо, но больше ведь лучше. Итого 30 пачек. Кстати, посмотрим, сколько эти чипсовые компании пихают воздуха в эти пачки. И поставим на 10 секунд, по традиции. И, кстати, исходя из предыдущего опыта, больше и не надо. Хотя посмотрим. Звуки явно какие-то идут. Но пока ничего не видно. И 10 секунд не хватило. Ну что ж, поставим на 30. Что-то там шевелится, жужжит и, по-моему, даже уменьшается в размерах. Но искр, как в предыдущем, не было. Не вижу. И даже 30 секунд не хватило. А ну, посмотрим, что там внутри. Ух ты. Ну, там, где магнитрон поближе, они все опаленные. А те, которые подальше, остались целые. Это говорит о том, что надо поставить на минуту. Пахнет картошкой. Немножко в пластиковом таким, в таком соусе. И по-прежнему ничего нигде не светится и не происходит. Видимо, просто мощности этой микроволновки не хватает на такое количество металлических упаковок. И вот время подходит к концу. Да. Ух ты, горячий. Ой, это все одна пачка, я так понял теперь. Я не вижу смысла больше жарить. Светиться оно не будет. Дадим этому добру немного подостыть. И посмотрим дальше. Ну и посмотрим на это блюдо. Кстати, размер довольно-таки уменьшился, как вы можете заметить. Довольно дорогой воздух продают. Ну вот, собственно, как-то так. Довольно оригинальный способ уменьшить упаковки, например, для похода. Правда, брать их с собой нет никакого смысла, потому что есть такое небезопасно.
Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забудьте подписаться и до встречи на нашем канале. Все? Да. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я махал, там танцевал, все такое. На микроволновку забрался. Чуть-чуть так сделаю. И у нас чипсы. А! Я вкрался в твою душу, да? И попробуем. Не входит. Придется убрать тарелку. Там тоже ни к чему. Так даже, наверное, лучше. Крутиться не будет. Вот так вот. И 10 секунд. Пробуем.